Всем привет из Черновцов. Мы сейчас начинаем прямой эфир совместный с интересной художницей, которая поделится с нами информацией, своей историей о продвижении и продажах картин онлайн. Ждем подключения. Вот, я сейчас нахожусь в Черновцах. Давайте расскажите, кто где сейчас находится и как меня слышно, видно. Так. Ждем подключения. Пишите, кто где, откуда сейчас смотрит. И начинаем. Так, ждем. Хелен, присоединяйтесь, отправляйте запрос. Пишите, друзья, как слышно, видно. Будет, как всегда, полезный эфир. Так, пока не вижу запроса. Ждем. Хелен сейчас находится в Италии. Это будет очень классно. Как мы все любим Италию. Во всяком случае, я точно очень люблю ее. Вот, все, есть. Присоединяется. Здравствуйте, Хелен. Добрый день. Правильно говорю? Меня слышно? Да. Отлично. Я правильно говорю ваше имя? Да, можно назвать Лена, в принципе. Ну хорошо, есть для нашего брата, наверное, будет созвучнее Лена, да. А для европейцев так. Лена, расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе, представьтесь и расскажите, чем занимаетесь, чем живете, чем зарабатываете, и дальше уже попробуем. Ну, если вы меня назвали изначально Хелен, мой псевдоним Хелен Ши. Я позиционирую себя как художник-блогер, веду активно YouTube-канал и Instagram. Это очень важно. Сегодня наша тема по продвижению, поэтому я считаю, что упомянуть, что активно продвигаю, это как раз та тема. Вот. Псевдоним у меня Хелен Ши, потому что когда встал вопрос подписывать картины, Елена Шестакова оказалась очень длинна, и я методом игры слов решила, что я буду Хелен, и от фамилии взяла всего лишь Ши. Так вышло. Вот. Проживаю я сейчас в Италии. Как говорится, куда может привести мечта, да? Я всегда мечтала поступить во Флоренцию, в Институт искусства. Вот. Но пока не добралась, потому что коронавирус, вот это все. Но, тем не менее, мечта, она еще пока не осуществилась, но я думаю, что скоро. Здорово. Расскажите, вы занимаетесь художеством, творчеством, это ваша основная деятельность, и вы этим зарабатываете, да? Да, я этим зарабатываю, причем очень интересно, многим будет, наверное, даже как-то удивительно, но я художник-самоучка, я нигде не училась совершенно. То есть, когда я была в декрете, я так поняла, что чем-то мне надо заниматься. Из декрета я уже понимала, что я не выйду, вот, и... Так случилось, что я пробовала много всего. Это и шить, и вышивать, и вязать, в общем, И в один прекрасный момент я вспомнила, что когда-то давно я мечтала рисовать. Вот. Я попробовала, и у меня вот как-то сразу получилось. Ну, наверное, потому что сильное желание. Спустя ровно полгода... Как я начала писать? Я писала сразу маслом. Мне как-то нравится. У меня девичья фамилия Маслова. Я думаю, что это связано как-то. Вот. Я написала картину. Вот она очень похожа на эту картину. Картина «Нью-Йорк». И выставила ее в галерее «Саать». Ну, вот такой энтузиазм, знаете, присущий... Именно, наверное, тем, кто не профессиональный художник, а который о себе как бы думает, все могу, да? Вот. И не поверите, но через месяц эта картина продалась, причем в Нью-Йорк, улетел в Нью-Йорк на Манхэттен. Да. Класс!
Это просто потрясающий опыт. Это очень смело. Сказать, что для художника очень важно вот этот момент первой продажи. Он так окрыляет, он так поднимает, и вы сразу понимаете, что вы можете горы свернуть, и что все, да? Это вот такой момент переломный, когда ты понимаешь, что ты должен продолжать это дело, и у тебя все получится. Поэтому я первое, что рекомендую для начинающих художников, и также для профессиональных художников, ни в коем случае не бояться показать свои работы в сети. Почему-то очень многие мне пишут, так как я блогом занимаюсь и в Ютубе, что вот у них страх показать свою работу. Я говорю свой пример. Посмотрите на меня. Я не имею образования художественного. Я, в принципе, не знаю такие элементарные понятия, перспективы, объемы и так далее. Но, тем не менее, я смогла продать. Более того, да, вот совсем недавно у меня продалась еще одна картина «Париж», которая улетела в Чикаго. Это вот первая с Нового года продажа. Я думаю, что сегодня наш эфир про продвижение и про то, где продавать. Я сейчас вам постараюсь быстренько, как бы так, рассказать, с чего начать. Первым делом это вы, конечно же, должны понять, каков вы художник. Да? То есть все мы понимаем, кто-то пишет пейзажи, кто-то, как я, абстрактные работы. Да? То есть тут надо понимать. Далее вы должны изучить своих конкурентов. Это очень важно. Не с целью того, что посмотрел, сказал, вот, он продает, а я нет. Не завидовать, а изучать с целью того, чтобы понять, почему он может, а я не то, что я не могу, что в нем такого есть, что у него покупают. То есть проанализировать его профиль, проанализировать его работы. Потому что сейчас художники, кто такой современный художник? Это не просто написание абстрактных картин, это художник, который работает в сети, онлайн, понимаете? Нам очень повезло. Если раньше художники годами ждали выставки от Союза художников, да, то сейчас сам себе художник может устроить онлайн-выставку, продемонстрировать себя, первым делом показать, каков он художник, как он пишет. То есть демонстрация себя – это и есть первый пункт в твоем продвижении. Ты должен научиться позиционировать себя, показывать себя, не стесняться. Вот есть у некоторых художников современных, не современных, а более там, да, ранних, боязнь показать свой труд, потому что вдруг украдут, да, кто-то, ну, скопирует. Это есть такое. Не стоит этого бояться, потому что если вы творец, если вы это создали, то вас уже как бы скопировать, это уже будет совсем не то. Поэтому в соцсети первым делом, конечно, Инстаграм. Почему я за Инстаграм? Потому что если у вас нет возможности сделать ваш сайт, да, потому что все-таки сайт – это деньги, это затраты, то Инстаграм дает такую возможность предоставить платформу бесплатно. Грубо говоря, ваш сайт, ваша визитка, ваших работ. То есть вы не только там показываете свои работы фото, вы можете демонстрировать себя за работой, делать видео короткие, сторис те же снимать, процессы работ. Это все позволяет художнику продвинуть себя и тем самым стать успешным в продажах. И поэтому, опять же, обращаю внимание на конкурентов. Если вы не знаете, с чего начать, вы посмотрите на художников, которые уже давно имеют профили, да, которые продают. Посмотрите, как они оформили профиль, как они сделали, как они показывают себя, что они делают. Они же все рассказывают. Тут не надо сидеть на лекциях часами. Тут можно потратить один день на изучение конкурентов и попробовать создать профиль. Работа с профилем очень важна, потому что это ваша визитная карточка. Миллион художников. Лена, сразу у меня такой вопрос логический. Я думаю, от аудитории он тоже будет. Если вы говорите про Инстаграм, как понять, что художник Инстаграм продает? Ведь он может там продавать там свои какие-то мастер-классы, да, у него может быть много подписчиков, но именно сами работы не... То есть нету каких-то признаков, что Инстаграм у него продается. То есть если в галереях онлайн там видно sale, 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 да, то есть продано, продано, или там sold, sold, то в Инстаграм как бы нету никаких маркировок.
Смотрите, ну если мы берем Европу, то вот у меня сейчас есть возможность оформить магазин, да, в Инстаграме. Но, тем не менее, что такое инстаграмный художник? Инстаграмный художник, он все-таки продает не прямую свои работы, да, а себя, продает то, что он может. Это, как вы сказали, мастер-классы, да, это какие-то свои знания и картины. Также в Инстаграме очень хорошо заходят продажи принтов. Потому что принты, это все открыточки, принты, это все-таки такая вот вещь, которую можно через Инстаграм продать. Очень хорошо в Инстаграме заходят художники-портретисты. Это написание портретов, потому что, ну, портреты всем нравятся, многие хотят повесить свой портрет, поэтому портретисты, да, если мы берем абстрактные работы, пейзажи, то здесь, скорее всего, у вас будет работать вкупе, да, вы не сможете отследить и сказать, что в Инстаграме, я именно в Инстаграме продала. У меня было несколько продаж с Инстаграма, это продажи были заказ. То есть люди посмотрели мои работы и заказали мне скопировать меня же, да, там, у меня была продажа натюрморт, там, цветочки, полевые цветы, дважды я их рисовала. Здесь, конечно, очень сложно, но, тем не менее, вы знаете, на Саачи тоже есть понятие солт, и там тоже можно этот солт поставить, но не там продать. Для чего это делается? То есть вы можете где угодно продать свою картину, вот эту, например, я могу продать где угодно, да, не только на Саачи, и я должна пойти на Саачи и отметить там, как продано. Конечно, Саачи не будет говорить там, она продала не у нас, понятное дело, да? Но для художника это тоже своего рода хорошее привлечение к себе. Если ты отмечаешь, что ты продал картину, вот я продаю на Саачи, но тут же пишу в Инстаграме, что у меня продана картина. Да. Это очень хорошо работает для глаза. Покупатель смотрит, как мы смотрим. Знаете, хорошие сапоги надо брать всем. Если у этого художника покупают, значит он хорош. Потом только начинают разбирать, нравится им, не нравится эта живопись, хотели бы они повесить или не хотели. Но, тем не менее, вот эта вот красная тряпочка, солт, продажа, оно работает. Это не значит, что надо на ваши картины, которые вы не продали, вешать солт. Это совершенно неправильно, потому что, получается, она у вас дома висит, а вы написали солт. Ну, можно, кстати, вот по поводу принтов, да. Если вы продаете на Саачи картину, вы ее также можете продавать еще и как принт. Вот. Даже если ваша картина продана на Саачи, она остается как принт продается. Принт на Саачи очень легко продавать. Вы не делаете ничего. За вас это делает всю галерея. Вам главное сделать хорошую качественную фотографию, и все. Вы получаете, вот у меня принт продан был месяц назад, картина у меня в соседней комнате висит Рим. Я получила свои $20 и, грубо говоря, ничего вообще не делала. Мне просто написали, сказали, ваш принт продан, все. Лена, можно вопрос лично от меня? Вот у меня тоже где-то примерно месяц назад продался принт, но я еще не получил деньги. А вы уже получили? Да, вы на Саачи продали? Да. Вот, кстати, у меня вышло недавно совсем видео, зайдите, посмотрите, как оплату получить. Там все по пунктикам, все у вас получится. Хорошо, да, хорошо. Кстати, я сделаю в сторис где-то ссылочку на YouTube канал Лены. У нее там много очень полезностей, я часто смотрю. Спасибо большое. Я вот тоже только вот получила очень легко. Причем сейчас на Саачи можно получать на банковскую карту. Если раньше это было PayPal и очень проблематично, я знаю, в разных странах и Беларуси, и на Украине очень сложно было. Потому что не у всех PayPal, и сейчас можно на карточку. Это очень легко, очень удобно. Итак, мы говорим про продвижение и про продажи. И, может быть, какие-то вопросы, потому что у меня очень много наработано всего. Давайте такой как бы вопрос от меня и от зрителей. Вот, допустим, вот я художник. Только начинаю рисовать, ну или начал рисовать, которые работы уже, в принципе, ну, не стыдно уже там выставить на продажу. Вот с чего начать? Самый первый эффективный действенный способ. Самый первый эффективный действенный способ – это у нас, конечно, соцсеть. Если раньше у нас это было сарафанное радио, да, то есть мы по соседям ходили, там маме, папе сказали, они на работе рассказали, тебе что-то купили.
то сейчас элементарно ты должен иметь как минимум 5 известных соцсетей. Да? Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер. А также ты должен иметь хотя бы 3 галереи онлайн, в которых надо зарегистрироваться. Я расскажу про свои, потому что я еще у некоторых пытаюсь, да, там есть какие-то сложности. Это Саачи. Почему мне нравится Саачи? Для начинающего художника Саачи не берет никаких денег для регистрации и продвижения. Также не берет никаких денег для того, чтобы выставлять туда работу. То есть вы хоть там миллион выложите, ну не за раз, конечно, да? Сайт может рухнуть, вот. То есть совершенно бесплатно. Саачи берет только процентную ставку, чтобы вы знали, 35%. Плюс сумма, которую Саачи вкладывает в доставку, она тоже исключается. Поэтому очень важно, когда вы ставите сумму, вы должны посмотреть ту сумму, которую вы хотите получить. Потому что многие у меня пишут, вот я поставил $1000, а получил 350. Я говорю, так вы и получите 350, потому что минус 35%, минус доставка, конечно, это все вычитается. Вы должны это все посчитать и эту сумму заложить. Например, не 1000, а 1500, да? Тогда вы получите 1000. Это очень важно. Елена, можно я сразу сделаю уточнение? Вот я, когда загружаю работу, я пишу свою цену, и Саачи уже автоматически добавляет к моей цене. Разве не так? Нет, первая сумма, вот вы пишете первую сумму, первую самую, 1000, да? А вторая сумма, это будет, зелененьким она показывает, то, что вы получите. Да, правильно. 35. Правильно. И уже она прибавляет это. Да, на выходе. Вы зелененьким, это ваше. Вот надо внимательно смотреть, какая сумма зелененькая. Потому что они вам показывают. Да, там вторая строка. Да, это важно, потому что Саачи еще, когда вы регистрируетесь, вы соглашение подписываете, и Саачи говорит четко, что мы можем делать скидки без вашего участия, то есть если клиенту 5%, 10 и 15, у них бывают такие акции, то есть вашу работу, помимо того, что они берут 35, они еще могут и со скидкой продать, это тоже надо учитывать. Потом, для того, чтобы на Саачи, кстати, в Саачи мне прислал письмо, как продвигать себя на Саачи. Это очень полезное письмо, потому что оно подходит ко всем соцсетям, ко всем. Первым делом это ваш пост. Я смотрел этот ролик в Ютубе. Описание. Вы должны написать, кто вы за художник, что вы. Может быть, у вас регалии, может быть, вы профессионал, может, у вас там куча выставок. Вы должны об этом всем написать. Уточню момент про самоучек, как я, да? Я, естественно, не писала, что я там института оканчивала, но, тем не менее, я рассказала о себе. Там, посещение выставок, участие там где-то, элементарно какие-то мелочи. Это тоже хорошо работает. Далее вы должны хорошо фотографировать свои работы, что касаемо и Инстаграма, и Фейсбука, и всего. То есть ваши работы везде должны быть прекрасными, потому что их потом в дальнейшем можно их как принты продавать. Далее описание. Очень важно описание к вашим работам. Это не сухое, картина маслом, полевые цветы. Так не прокатит. Покупатель покупает историю. Историю создания. Что такое картина? Картина – это не просто нарисовал. Картина – это эмоциональная составляющая. Зачастую покупатель покупает эмоции. И вот я многим советую, как эти эмоции запечатлеть на листе, в описании. Когда вы пишете работу, и у вас она подсыхает, да, немножко, вы отдыхаете от нее, начеркайте себе в блокноте, какие ощущения были в момент написания этой работы. Что вы представляли? Может быть, у вас образ был конкретный, да, какие-то идеи. Тогда вам легче будет, когда вы будете загружать свою картину в галереи, не только на Саачи, во всех. У вас уже будет готовое описание, потому что те эмоции, которые были в начале, когда вы писали, они не будут такими, когда вы будете садиться и писать уже описание при загрузке. Это вам поможет просто правильно описать свою работу, потому что когда у меня Нью-Йорк купили, мы поняли, что там было очень крутое описание, что Нью-Йорк это, ну, не просто, это мое ощущение, что я там никогда не была, но мне так хотелось, и я его так вижу. Это моя фантазия, понимаете? И очень важно,
так как эти галереи все на английском языке, здесь маленький вам совет. Когда вы берете на своем языке, сочиняете текст и переводите в переводчики на английский, после этого вы опять переводите на свой язык и проверяйте слова, которые неправильно переведены. Изменяйте их и опять переводите на английский. После этого опять возвращайте на свой. Смотрите, если текст ваш все в порядке, так загружайте. Потому что очень много факеров у меня было с этими словами. Это что-то. Серьезно, там переводили, мама мия, там просто... Согласен. Даже маты были, это стыдно было. Вот. То есть должно быть все. Понятно, теги, прописание тегов, все это ясно, это как и везде, как и в любых соцсетях. Но с описанием надо тоже, потому что миллион художников, и хочется выделиться. Как быть лучшим, да, в этом мире? Надо чем-то выделяться. Уж да. Извините, но надо быть немножко там с розовыми волосами. Да. Елена, вот это описание, которое мы сказали, в самом описании к работе, а название писать просто там полевые, святые, маги. Да? Вы пишете либо название картины, вот как у меня серия работ, картин посвящена городам и странам, поэтому я пишу просто название, какая страна, вот Нью-Йорк, Париж, Москва у меня есть, Рим, все, да, и дальше уже в описании вы пишете, да. То есть не надо вот как для поисковика писать, типа там, картина, маслом, полевые цветы, маки. Нет, вы это пишете там, когда вы заполняете графу материалы. Они потом автоматически у вас высвечиваются. Нет, вам надо просто написать название картины. Если у вас... несколько картин, то есть написано в 20-м году Нью-Йорк, в этом году Нью-Йорк, то вы просто добавляете там Нью-Йорк 21. Ну, грубо говоря, да, чтобы самому, может быть, не путаться, если они уж очень похожи. И дальше, что советует Саачи? Опять же, это работает во всех галереях. После того, как вы загрузили, это очень важно. Эти первые минуты, первый день загрузки вашей работы, вы только загрузили свою работу, копируете ссылочку на вашу работу и выставляете эту ссылку во всех соцсетях, в которых вы присутствуете. Более того, я еще и в чат свой раю, чтобы просмотрели мою работу. Почему это важно? Как и в Инстаграме, и в любой соцсети работают алгоритмы. Алгоритмы интереса публикации. Все это знают, это не секрет, что если публикация заходит в первые часы, значит, она интересна, да? Значит, ей интересуется, ее начинают продвигать. Так как у Саачи нету продвигательных таких моментов, то есть там они не продвигают художников, да, то очень важно в первые часы продвинуть самой себя, да, там показать, чтобы люди зашли, перешли, посмотрели, но не сильно активничать в этом плане, потому что если у вас будет 1000 просмотров, но 0 сердечек, ну там как-то сложно, там не сердечки, там фавориты, когда нравится твоя работа, то есть, грубо говоря, если у тебя 1000 человек, ваших родственников посмотрели, но никто не сохранил себе, то это понятно, но это неинтересно. Все надо делать в пределах допустимой нормы, да, там, потихонечку, пьяно-пьяно, как говорят итальянцы, не переусердствовать в этом плане, да. И потихоньку, постепенно говорить в соцсетях, перейдите, посмотрите мою новую работу. Причем не говорите цену, потому что людям всегда интересно посмотреть стоимость вашей работы. За сколько ж там... поставили вы свою работу. Это ж так интересно, поэтому люди ради интереса перейдут и посмотрят. Любая активность во всех соцсетях приводит к тому, что вас начинают узнавать. Вас начинают любить, интересоваться вами. И более того, самое важное, что в продажах и в продвижении, это вас рекомендовать, а вас рассказывать. То есть сначала вы работаете на имя, потом имя работает на вас, это стандартная фраза, но первым делом, что важно, это первое впечатление, да, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление, поэтому
Перед тем, как начать, вот первый ваш вопрос, что надо сделать начинающему художнику? Начинающему художнику надо собрать всю информацию про себя, а также собрать полный багаж и картотеку, фонотеку ваших произведений, хорошо их отфотографировать, создать описание и с этим багажничком, таким чемоданчиком, выходить в соцсети, чтобы это было не сразу, а постепенно, но у вас должен быть материал. Потому что если вы пойдете в галерею Саач с одной работой и будете сидеть там годами и ждать продажи, ее не случится. Если у вас нету дальше, что предложить рынку, вы неинтересны. Вы идете на спад, поэтому у вас всегда должно быть наработка. Поэтому если у вас сейчас одна работа, повремените, попробуйте создать хотя бы там коллекцию из 5, чтобы в течение месяца выставлять потихоньку, чтобы уже у вас было время написать новые работы. Это очень важно. Потому что когда меня спрашивают, почему я не продаю, и посмотрите мой профиль, я захожу в профиль, Инстаграм, профиль на Саачи, понимаю, что, а что там продавать, если там ничего нету? Понимаете? Что вы можете предложить рынку? Это очень важно. Предложение. И второй момент, о котором бы я хотела поговорить, это о том, что как понять, кто ваш покупатель. Это очень важно, потому что если мы не будем ориентироваться на то, кто покупает сегодня в современном мире, мы не будем продавать, уж извините. Потому что составить портрет вашего потенциального покупателя, это значит, что вы будете точно рисовать ту работу, которую купит. Ну, плюс-минус, да, там. Но тем не менее, вот я нашла свою нишу, я изучила много художников. Ту же галерею я снизу доверху пересмотрела, что продается, что не продается, понимаете, кто интересен. Я поняла, что в современном мире у нас сейчас, если мы выходим в онлайн американские галереи, да, то тут мы понимаем, что им интересна абстрактная живопись и очень яркая живопись, натюрморты, да, пейзажи, но это яркие, мастихиновые, красивые работы. Я изучала этот момент и поняла, что я хочу остановиться на абстрактных работах, работы, которые дизайнерские работы. Это не произведение искусства, да, скажем так, великого образца, это дизайнерская работа. То есть я могу себя позиционировать художник-дизайнер, который украшает жилье, да. Скажем так, если в древности мы раскрашивали стены, дальше мы поняли, что нас интересуют обои, мы наклеили обои, да. Потом мы перешли с обоев на красивые ковры настенные. То сейчас ковры сменили абстрактными картинами. Почему бы нет? Понимаете? Изучить. Надо просто изучить спрос. И тогда вы будете понимать, что продается. Но ни в коем случае, если вы пишете пейзажи классические, если вы пишете портреты, ни в коем случае не надо бросать это дело и бежать писать абстракцию. Ни в коем случае. Потому что есть такое еще понятие «покупатель вашего города». Что это значит? Это значит, что вы помимо того, что выставили в онлайн-галереях, вы еще можете работать с аудиторией, которая находится рядом с вами. Это ваши местные жители, если так можно, да, сказать. То есть соседи, друзья, знакомые. Если вы пейзажист, если вы рисуете портреты, вы можете себя предлагать в качестве, да, местному жителю. Почему нет? Это тоже заработок. Помимо того, что вы выставляетесь где-то, вы еще можете продавать соседям, грубо говоря. Еще я советую походить, ну, если мы рассматриваем черту города, да, свою, где можно тоже реализовать себя, походить по таким заведениям, как питейные заведения, кафе, рестораны, булочные, также салоны красоты. Для чего? Просто многие такие... как сказать, организации, они хотят тоже повесить у себя картины. Вам это будет как презентация, да, а им будет украшательство зала. Есть очень много, когда договариваются с художником, да, и он оформляет студию,
там йоги, фитнес-центра, парикмахерскими и так далее. То есть здесь тоже надо работать. И это очень работает, потому что вы в одном городе. Вот у нас маленький город, да, очень маленький. Меня уже все тут знают, потому что, рассказываю секрет, когда вы встречаетесь с незнакомым человеком или с человеком, кого вы давно не видели, первым делом он вас просто ради приличия спрашивает: «Привет, как дела? Ну как ты? Чем занимаешься?» Ну это стандартно, чем занимаешься? Для нас в основном это просто чисто любезность, для меня нет. Я всем говорю: я известный художник, продаю картины по миру. Все. То есть мои друзья, которые меня давно не видели, они просто вот с такими глазами, им интересно, кто ж такая, залезли ко мне, посмотрели, что сделался их мозг. У них отложилось вот здесь вот. И в следующий раз, когда им понадобится написать какую-то картину, подарить картину, или они где-то услышат, что кому-то нужен художник, они о ком первые вспомнят? Конечно же, обо мне. Поэтому никогда не забывайте презентовать себя даже вот в таком маленьком, казалось бы, вопросе. Как твои дела? Чем ты занимаешься? Я художник. Все. Понимаете? Это ваше первое продвижение. Самое лучшее продвижение в мире – это сарафанное радио. Ничего лучше не придумано. Я вас уверяю, ничего лучше нет. Согласен. То есть в первую очередь, чтобы знали самые близкие друзья, родственники в твоем городе, в твоем регионе, в твоем районе, области. Потом уже двигаться дальше. Ну и параллельно онлайн, конечно. Конечно, и параллельно онлайн. Ничего не отменяется. Одно идет с другим. Понимаете, никто вам не запрещает работать на местном уровне и продавать в Америку. У меня уже половина нашего города имеет мои картины. Круто. Там бабушка зашла, ей понравилась картинка, тетя прошла. Это, понимаете, это нормально, это работает. Не надо стесняться. Мы же знаем плотников, мы же знаем хороших врачей, мы же знаем, да, молва-то идет, правильно? Почему не знать хорошего художника? А выставки там, выставки делаете, Лен? Смотрите, сейчас из-за того, что вирус... Я раньше, когда только начинала, я вообще не думала ни о каких выставках, потому что начинающему художнику выставки не нужны. Во-первых, ему нечего показать, это раз, начинающему художнику. А во-вторых, это огромные затраты. То есть ты еще ничего сам не продал, еще ничего не реализовал, и сделать выставку, вообще такого выставки. Выставки – это вообще для твоего эго, если так можно сказать. То есть это, о, круто, я сделал выставку, но ты очень много затратил. Выставки надо делать, когда вот ты уже можешь что-то показать, и у тебя есть финансовая составляющая, потому что выставка – это ложится все на твои плечи, уж извините. А кто приходит на выставку? На выставку приходит местное население, да, если вы у себя в городе, не особо платежеспособное. А чтобы на выставку пришли знатоки искусства, это надо делать искусство. Вот. В моем случае это все-таки будет, скорее всего, выставка, но как вернисаж, показ просто дизайнерских каких-то идей для того, чтобы украсить свою жилплощадь. Тут надо еще понимать, для чего вам выставка нужна. Если просто для эго своего, то если есть деньги, почему нет? Ну, знаменитым выставка вас не сделает, но для других онлайн-галерей, да, если мы говорим для раскрутки, конечно, галочка в реноме прекрасна. Это прекрасно. Да. Но лучше, конечно, мой совет, делать так, чтобы вас приглашали на выставки. То есть быть участником выставки – это лучше. Тогда вы не затрачиваете огромные деньги и еще и показываете свое лицо. Вот. Но самому делать выставку – это очень накладно. Да. А, Лена, а принты вот как вы продаете? Смотрите, принты можно продавать несколькими способами. Первым, принты я только через Saatchi продаю, потому что у меня нету в моем городе. Что такое принт? Принт – это качественная печать. Если в вашем городе есть, или вы слышали, есть такая печать, как Джекле,
GClay. Это самая высококачественная печать на сегодняшний день. Она печатает просто полностью как картина, да, вот ощущение того же мазка и так далее. Но ее очень сложно найти, не во всех городах она есть. Недалеко от меня город Крупный Пескары, я туда еще пока доехать не могу из-за красной зоны, которая у нас, и поискать эти организации, которые делают печать. Чтобы продавать принты, нужно найти качественную печать и недорогую. Это очень сложно соединить две такие вещи, потому что если эта печать будет очень дорогая, принт будет стоить дорого, тогда человеку невыгодно покупать принт. Потом мне же это надо будет отправлять. Вот смотрите, если Саачи делает все сам за вас, они даже рамочку приделывают, да, к этому принту, то если это делаю я сама, я должна отпечатать либо отсканировать свою работу. Дальше я ее должна напечатать. Потом я должна найти упаковку. Потом я должна это все отправить. Понимаете, это очень большие затраты. Если это поставить на поток, найти хорошую организацию, тогда да. Пока я работаю в этом направлении, но это интересная тема, потому что на одной картине можно миллион раз заработать, понимаете? Это так называемый резидуальный доход. Да, это более того, еще о чем я хотела сказать, вы не просто можете продавать свои картины, вы можете еще продавать мерч своих работ, то есть помимо того, что вот у меня картина, а вот на мне, если видно, маечка с моей же картиной. Вот сейчас покажу. Я разрисовываю одежду, разрисовываю обувь, и это тоже продается. Это делается... Вручную или это тоже принт? Не массово, но это тоже продается, понимаете? Для этого, конечно, вам нужен будет собственный сайт. Ну, это уже в дальнейшем. Если вы начинаете, вы пока должны только подумать о том, что вы вообще можете предложить этому миру. Лена, прошу прощения, это вот эта маечка и что там еще вы говорили про какой мерч? Это ручная работа или принты с этим? Вот. Подушка, которая нарисованная мной, да. Ручная работа. Это ручная, вы можете делать, у меня так как принт абстрактный, его лучше наносить вручную. Но можно же делать мерч, изготавливать путем печатания. Сублимация называется эта печать, когда наносят принт на одежду. Это футболки, это свитшоты, это толстовки, боже, что там только не продают, это... И кухонная утварь, и тарелочки вам разрисуют, и кружечки нанесут, понимаете? Есть сайты даже, онлайн-сайт, Redbubble, например, куда вы просто загружаете фотографию своей работы, а они уже делают принт на всем, чем угодно. Вы получаете только свои законные комиссионы. Но то же самое вы можете делать и сами, понимаете? Не только одной картиной сыт будешь, ты можешь продавать мерч своих картин. То есть перенос картины на другую поверхность. Это очень интересно. Обои даже делают, понимаете? Даже обои делают. Ну, смотря, что вы пишете, конечно. Вообще заработать можно на всем. Художнику можно заработать. Потому что он художник, он дизайнер, он менеджер, он пиарщик, он может себя продвигать как угодно. Главное не стесняться. Да, да. Вот это есть, наверное, такой психологический барьер, особенно у начинающих, вот стеснение какое-то, да я еще такой, как бы, так, и куда мне еще там, Саачи или других. Вот это большая психологическая проблема. Мне они очень многие пишут, а я не могу понять, вот знаете, я хочу вот задать один вопрос. Чья это жизнь? Соседа, который вас будет критиковать, или ваша? Вам вообще не должно не быть ни до кого. Если вы создаете что-то плохо, это или хорошо, знаете, как вы это поймете, когда покажете. Нельзя сидеть и себя истязать, а понравится, а кто ее купит, да зачем она ему нужна. Если так рассуждать, то вы не продадите. Вы должны попробовать, посмотреть. И если ваша живопись, как моя картина «Нью-Йорк», я попробовала без стеснения, я даже не думала, понимаете, кому она нужна. Я просто ее выставила, и ее купили. И тогда я поняла, что это сейчас интересно. Я начала изучать рынок и поняла, что
А, так это живопись интересна в Америке. Так я буду на Америку ориентироваться. Это же отлично, понимаете? Не надо стесняться. У вас не будет второй жизни. Когда вы это будете реализовывать? Вы зачем пишете картины в стол? Зачем это надо? Лена, Это... такой вопрос. Сколько времени прошло с того момента, как вы вот загрузили первую работу или вообще задумались о том, чтобы вот свои картины продавать и до первой продажи? Вот смотрите, в 2016 году я начала писать. Это были полгода мастер-классов на Ютубе, это Сахаров, это еще кто-то, то есть вот эти вот стандартные, да, представления о масляной живописи. И где-то на 5-10 мастер-классе я поняла, что что-то мне это не надо, потому что, ну, научиться я не научусь по мастер-классам. И в 2016 в конце я поняла, что я хочу что-то другое. Я начала пробовать что-то там малевать. В 2017 году, в октябре месяце, на день рождения своего мужа, 25 октября, я написала картину «Нью-Йорк» ночью под шампанским. Праздничное настроение, все прекрасно. Я написала картину и говорю мужу, вот тебе подарок. Он говорит, отлично, как назовем? Я говорю, ну твой подарок ты называй. И он говорит, давай назовем Нью-Йорк. Я говорю, ну давай. И тут пошли сразу фантазии, что там людей мы видим, город, там небоскребы, знаете, ну вот бывает такое настроение. Через месяц она высохла, и мне муж сфотографировал ее. То есть в октябре, в ноябре он мне сфотографировал. В декабре я зарегистрировалась, в декабре. Потом в январе я только вспомнила, что я там зарегистрировалась, то есть у меня там ничего не было, я просто вспомнила, что. Говорю, давай выставишь, я говорю, давай. В январе я вспомнила, что я там зарегистрировалась и выставила свою картину, не помню, в конце января, вот не помню, но картину у меня купили в марте месяце. То есть спустя месяц, там, по-моему, полтора, там же еще, ну, на раздумку дается, ну, пока они со мной связались, я еще не знала, куда чего. То есть очень важно почту проверять. Вот. То есть получается, где-то спустя месяц-полтора мою картину купили. То есть и вот, и поехала, пошло дальше, пошли картины, которые начались написание вот в таком стиле абстрактно. Ну, конечно, я и другие картины пишу, еще раз повторяю, я пишу и для соседей, и для знакомых, которые просят там, напиши мне, ну, не просят, за деньги, конечно. Советую вам всем перейти из подарков на заработок, потому что, когда вы дарите свои картины, у меня был такой очень показательный момент, хотела поделиться с ним, как я вообще решила продавать свой труд. В один прекрасный момент я поняла, что нравятся мои картины, потому что ко мне приходили соседи, подружки, говорили, а подари, хочу, чтобы у меня висело. Ну, я дарила, дарила. А потом в какой-то один момент моя знакомая, она адвокат, и я попросила ее проконсультировать меня, ну, по какому-то вопросу там семейному. На что она мне ответила, это моя работа, и это стоит денег. То есть любая консультация стоит денег. Несмотря на то, что мы друзья, но это моя работа. И знаете, меня так щелкнуло. Я поняла, что, а действительно, это я не обиделась на нее. Действительно, это ее работа. Это ее деньги, это ее труд, это ее время. И в следующий раз, когда она попросила подарить мне картину, я сказала, она стоит столько. Я ответила, это моя работа, это мои затраты, я трачу на материалы, понимаете? Это моя работа. То есть я переквалифицировала сама себя в работающего человека, а не в хоббиста, знаете, который хобби занимается и раздаривает носочки, чулочки собственного производства. Это неправильно. То мы должны ценить свой труд. Как только мы перейдем эту градацию, мы станем зарабатывать начинать. То есть вы за то, чтобы совсем не дарить даже там, ну ладно, мужу там можно еще подарить, а вот там каким-то сестре, брату, племяннику и так далее, что не дарить, а Ну, смотрите, продавать? идете к нему на день рождения, да, то можете подарить. То есть особый случай, то
если вам нечего подарить, и вы знаете, что ему нравится картина, подарите картину. Но если просто так, потому что он хочет, но нет. Многие случаи были, когда вы дарите картину, а потом приходите к своим друзьям, а картины нет, вы спрашиваете, а где? Они говорят, да, на чердаке, понимаете? Кстати, у меня есть такой опыт, да. Я подарил картину своим родственникам, потом случайно как-то обнаружил ее там где-то за диваном, оформленную, красиво оформленную, она там за диваном валяется. Я вам говорю, что таких миллион случаев. Вы знаете, что это означает? Когда вы дарите вот так просто так, это не ценность для человека. Ценность, когда он купит. Вот когда он купит, когда он затратит свои заработанные деньги, он ее будет холить или леять. Но никогда ему просто подарить. Когда что-то нам даром достается, мы к этому относимся как к должному. Мы не ценим. Они же, никто не задумывается. Все думают, что написание картины — это что-то так вот. Ни о чем. Это же какие затраты? Это эмоциональные затраты, это физические затраты, это временные затраты. У человека самое дорогое, что никогда не вернется к нам, это время. Вы некоторую картину можете писать месяц, некоторую 2 часа, некоторую сутки, не вставая, да, потому что вдохновение. Кто вам вернет это время? Да. Надо ценить его, надо его уважать, надо себя ценить и уважать. Тогда все получится. И не стесняться, если это ваша работа. Почему? Вы же идете за свои деньги, покупаете мольберт, за свои деньги кол, за свои деньги краски, правильно? Ответ, мне кажется, очевиден. Еще раз, подарить можно на день рождения, на какой-то праздник, на юбилей. Это ваш, ну, ваш труд, вы можете это делать, да, и у вас хорошо получается, вы можете это подарить. Но просто так лучше, конечно, продавать. Да, да, вот эти вопросы, да, что стоит нарисовать для меня, вы знаете, мне это стоит времени, мне это стоит затрат, мне это стоит... энергии, чувства, ведь картину написать, это же эмоцию свою выдать, а потом я опустошаюсь, как я ее получу. Я хочу за это взамен... Это тоже... другую энергию. Да. Просто уважайте себя. Да, да. Уважаем себя, тогда и другие нас... Конечно. Нас. Если вы им скажете, они и знать не будут. Всегда надо говорить. Не стесняться. Не так, конечно, ты чё, я не буду тебе дарить, купи. Нет, тут надо же иметь, ну, тоже как-то позицию работающего человека, да, а не человека, который время проводит. То есть это не хобби, это ваш хлеб. Лена, такой вопрос. Живопись, творчество – это ваша основная деятельность или у вас есть другая работа? Да, живопись моя основная, поэтому я на нее в это все положила, как говорится, свое лицо, полностью свои силы, энергии. Я понимаю, что я вам сейчас, может быть, скажу, для кого-то это не подходит. Так бывает, не всем это подходит. Кто-то хочет заработать здесь и сейчас, это нормально, да, кому хочется быстрых денег. Как и любая известность, как любые большие деньги, они не падают сверху, их надо заработать. И зарабатываются они не одним днем, а прям, может быть, десятилетиями, грубо говоря, да. Сейчас у меня такая работа, это работа на собственное имя, на собственный бренд. Это важно для меня, потому что помимо своих картин я могу продавать свои знания, свои мерчи, да, то есть что такое личный бренд. Это продажа всего и вся под личным брендом, да, то есть это как и личный опыт, так и свое творчество. Если вы профессиональный художник, вы к этому личному бренду можете приписывать и мастер-классы, обучающие, да? Я не учитель, я не обучаю рисованию. Максимум, что я могу сделать, это устроить прекрасные вечера для итальянцев, просто с бокалом вина поставить мольберт и рисуйте в свое удовольствие. Никого не учу, просто проводите время. Это я могу устроить, понимаете? Вот. А что касается обучающих процессов, это уже профессиональным художникам, почему нет? Сейчас в сети очень много мастер-классов, это хорошо работает. Поэтому для меня понятие, я
продаю свои картины, и мне хватает на данный момент на закупку огромного количества материала, потому что то, что я продаю, я вкладываю. Я вкладываю в оборудование, в микрофон, в телефон, в съемки. То есть я вкладываю немножко в другое, да, то есть я не иду себе, не покупаю лабутены, я могу их купить, но я не покупаю их себе, потому что я понимаю, что я их могу себе купить через лет 5, когда я уже поставлю на поток. Пусть это некрасивое слово, но, извините, это коммерция, продажи, это всегда коммерция, поэтому надо называть своими именами все. И когда я поставлю на поток производства моих картин, моих принтов, моих мерчей, да, я смогу себе купить лабутены, грубо говоря. Сейчас они мне просто не нужны. Сейчас мне нужно оборудование, сейчас мне нужны материалы для работы. Мне сейчас нужен офис, где разместиться. Да, я уже доросла до того, что мне хочется студию свою. Чтобы ее иметь, я тоже должна вложить, понимаете? Но это все постепенно. Если я 4 года назад даже не думала о том, что мне это надо будет, да, я просто творчески занималась, то сейчас я понимаю, что я уже дорастаю до этого. Всегда надо делать все постепенно. Нельзя вот так вот, так, все, хочу рисовать, студию организовал, это и сидишь, и все, и денег нет, и ничего нет, и такой, и прям потух. Понимаете? Да, да, да. Да. Постепенно. Лена, но я так понимаю, что так было не всегда, да, вот до тех времен, пока у вас не продавались картины, но вы уже занимались живописью, вы имели, может, какую-то другую работу, да, и если да, то в какой момент вы поняли, что вот надо оставить, а заниматься только живописью? Смотрите, такой момент, я прожила 10 лет в Москве до замужества, я училась в институте культурном, Московском институте культуры и искусства на пиарщика-журналиста, это факультет масс-медии. Ну, потом, то есть пиарщик во мне, как видите, да? Знаешь, у вас это есть, профессиональные. Да, вот. Ну, потом я успешно вышла замуж и переехала жить в Санкт-Петербург. И я не работала в Санкт-Петербурге, потому что я вышла замуж и сразу уже, можно сказать, почти мамой стала. Потом опять мамой. То есть я не работала. Кем я работала? Я работала и по сей день не работаю бухгалтером мужа в компании. Ну, компания одного человека, то есть там никаких вообще проблем, там через интернет просто сдаешь отчет годовой и все. То есть, в принципе, работа. Но за нее я деньги не получаю, потому что жена, как бы, да. Бесплатная рабочая сила для мужа. Знаете, у нас такой тандем. Я сдаю бухгалтерские отчеты, а мне холсты покупают. Хороший бартер, хороший, да. Кстати, очень важно, как бы это ни смешно звучало, но чтобы в вашей семье, если вы решили заниматься творчеством, чтобы ваши близкие поддержали вас и понимали, что если вы сегодня начали писать картину, вы не получите заработок прямо сейчас. Они должны это понимать и вас поддерживать. Если они вас поддержат, то у вас все получится, и тогда вы сможете не то, что им доказать, вы просто начнете продавать, просто нужна поддержка. Это очень важно. На начальном этапе вообще нужна поддержка. Либо, как я говорю, наоборот, делать назло. Если вы настолько сильный человек, что сделаете назло, у вас отлично все получится. Знаете, у нас два, да? Либо нам нужна помощь, такая вот, фундамент, да? Либо нам такой пинок надо, обидчивый, необидчивый, но вот докажу этому миру, и все, и пошел, и доказываешь. Ну, лучше, конечно, чтобы вас поддержали. Потому то что есть сразу это мотиватор, морковка спереди, морковка сзади еще. Типа, ну, типа, в смысле, что ты видишь какую-то цель, это морковка спереди, а когда там ты вот типа злой какой-то, хочешь чему-то доказать миру, то это морковка сзади. Да, я про это и говорю, что это две, по сути, два одинаковых мотиватора, понимаете, когда вас поддерживают и когда вас пинают. Это очень хорошо, что вас пинают, но лучше вначале, конечно, чтобы поддержать.
Потому что критика, мы знаем, что мы не любим критику, да, нам она сложна, кто-то ее вообще не может воспринимать. А когда вы еще начинаете чем-то заниматься, у вас пока не идет, да, и вам говорят, вот, взялась, зачем тебе надо? Да. Я же говорила. Да, лучше бы там туда-то потратил. Да. Я сказала гениальную вещь, и когда у меня тоже не получалось что-то, я поняла там, вот после продажи, да, наступает такой момент, когда затишье. Его тоже надо понимать, его тоже надо ждать. Вас не будет сегодня постоянно продавать. Вот, ну, не будет такого. Бывают взлеты, падения, бывает затишье. Это все вы должны понимать и просчитывать. Вы должны это к себе как бы приучить. И вот у меня был полгода момент, мы как раз переехали в Италию жить. Полное затишье, потому что с переездом, не знаешь языка, никого не знаешь, кому пойти о себе рассказать. Я выучила единственную фразу «Io sono artista». Я художник. То есть мы шли по улице, и меня кто-то спрашивал, я не говорила, что я Лена, я говорила «Io sono artista», я художник. То есть мне муж говорит, что пусть знают. Вот, потому что... Ну, вот какая-то была потребность заявить о себе, потому что я понимала, что сейчас полгода или год вообще я выбьюсь из колеи, потому что как настроить доставку, как, где покупать холсты, все же ново, понимаете? И у меня, я вошла в такой какой-то стопор. Ни продаж, ничего вообще, и я немножко так подрастроилась. Еще коронавирус, понимаете, все вот это, и я думаю, и вот мне муж говорит, слушай, Лен, у тебя есть цель, одна точка, вот она одна. С каждым разом она будет увеличиваться в том случае, если ты будешь в нее бить. Неважно, плохо тебе сегодня, хочется тебе это делать, не хочется, ты должна бить в одну точку. Если ты начнешь бить в стене в разные точки, эта стена никогда тебе не покорится. Если ты будешь бить в одну и ту же точку усердно, ты поборешь, и ты достигнешь. И меня это вот всегда, оно меня направляет, и я как только хочу перестать что-то делать, вообще перестать сказать, все, мне это не надо, особенно, знаете, когда хейтеры понапишут тебе кучу всяких еще, у тебя настроения нет, и все сейчас брошу, и до свидания. Я вспоминаю эту точку, которая мне говорит, что вот она. Ты ее уже почти покорила, если ты сейчас остановишься, все. Второго шанса не будет. У вас очень хороший муж. Эту точку. Знаете, я когда в школе, я училась в музыкальной школе, и вот нам, когда вы ходите выступать, все педагоги говорят, найдите в зале одну точку, одну, и смотрите на нее, и все, концентрируйтесь на нее, никакого, это нормально, это правильно. То есть концентрируйтесь не на многом количестве, а на одной точке. Нет, у меня муж не итальянец. Мы из Санкт-Петербурга переехали в Италию, поэтому муж не итальянец. Вот. Так что всем советую найти свою точку и исследовать. Ну, вот эту точку вы имеете в виду просто свою цель, да? Или вот, например, о чем я хочу сказать? Вот как бы на своем примере, что у меня вот сейчас там продаются картины живые, да, реальные оригиналы картин, там на таких онлайн-галереях, там через Инстаграм. Потом я хочу еще вот репродукции продавать, там, ну, мастер-классы я уже давно продаю. То есть, и стоит ли только на одну сосредоточиться, или можно вот разные источники использовать? Смотрите, здесь немножечко хочу вас поправить. Я имею в виду про точку, про самоцель. У каждого человека в жизни есть цель. Стать известным, стать богатым, стать красивым, узнаваемым, успешным, понимаете? Есть такое понятие, как главная, основная цель – достичь чего-то, высот. В моем случае это достичь узнаваемости бренда, сделать свой личный бренд настолько узнаваемым, чтобы после этого продавалось под моим брендом все. Да? То есть уже не я бегала с картинами, а уже ко мне приходили и мои картины покупали, потому что они меня знают, понимаете? Это сама цель.
А вот все, что вы сказали, вот эти вот вещи, да, там, мастер-классы, это все то, что поможет вам прийти к той точке узнаваемости. Это инструменты к достижению конечной цели. Очень важно, потому что многие путают, вот вы говорите, мастер-классы, репродукции, это все относится к искусству, к художнику. И это основа. А бывает так, что я говорю, я хочу развить свой личный бренд, но при этом бросаю рисовать и иду, я не знаю, на подиум, да, который вообще не относится к искусству никак. То есть изменяю лестницу свою, тогда я не достигну того. То есть если я буду перескакивать и браться за то, за то, за то, конечная цель у меня потеряется. Здесь очень важно выбрать окончательную цель, и вот я ее вижу, я хочу быть известной, да? И что мне для этого надо сделать? Для этого мне надо заявить о себе во всех соцсетях, позиционировать себя тем-то, показывать то-то, изучать, рассказывать, делиться, да, постоянно быть везде, 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 тогда я приду к конечной точке. Моя конечная точка – стать известной. Все, точка, понимаете? Какая ваша конечная цель? Да, быть художником, известным, да, продавать здесь и сейчас, и продавать свое искусство, продавать свои знания, делиться этими знаниями, да? Хорошая цель. Для этого я делаю то-то, то-то, то-то. Вот и все. А не так, что вот сегодня я рисую, а завтра я буду швея. Да, 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 согласен. Лена, может, посоветуете какие-то книги или что-то еще такое вот для того, чтобы продвигаться, продавать, кроме своего YouTube-канала? Ну, YouTube-канал у меня, да, он просто про личный опыт. Я не знаю насчет книжек, честно. Потому что я читаю больше биографии успешных художников. Я листаю их в Инстаграме, я нахожу их, потому что мне очень интересна современность. Есть такая книжка, Work называется, Artwork, может, слышали. Почитайте ее, эта книжка очень полезна начинающим художникам, потому что там описано полностью, как составить правильно и грамотно свое реноме, резюме, как подписывать работы, как делать визитки. В общем, полностью про продвижение. Это американская книжка, но она, по-моему, я ее читала на русском, то есть она есть в переводе. Называется «Artwork», такая красная. Эта книжка мне очень помогла в тот момент, когда я начала уже активно продавать в галереях. Я поняла, что помимо галереи что-то еще надо делать, потому что одной галереей сыт не будешь. И там хорошо расписано о том, что у каждого хорошего художника должен быть собственный сайт, да, визитки, у вас должна быть хорошая биография, да, вы должны о себе хорошо заявлять. Там вот прям вот это все описано хорошо. Да, согласен. Книга называется «Artwork», она красная, просто спрашиваю. Очень интересная книга, она, по-моему, не такая новая, но почитайте. Потому что все, о чем мы сегодня говорили, там, в принципе, это есть. Потому что надо себя продвигать везде и не стесняться. Иначе о вас никто не узнает. Делать перформансы. Вы знаете, очень интересно, когда художники узнают, как о еще актере, что ли. Ну, как-то сказать, так, что он показывает какие-то сценки, какие-то инсталляции, не просто картину, да, а позиционирует эту картину с природой или с каким-то видением. То есть сейчас очень хорошо выстреливает перформанс. Сейчас эпоха такая, сейчас эпоха не просто картины, а истории картины, какой-то взаимосвязи, какой-то деятельности, что эта картина что-то несет, не просто мазок, понимаете? Виртуальная жизнь, она сейчас дает нам возможность сделать что-то интересное. Ну, здесь надо еще, конечно, иметь хорошее воображение и
не стесняться. Вот, Елена, спасибо. Про стеснение. Еще совет какой-то, рекомендации начинающим и не только художникам. Тем и начинающим, и которые профессиональные художники, потому что я поняла, что у профессиональных художников гораздо больше стоит рам в голове, переживаний, потому что у них есть багаж знаний, у них есть образование, и им кажется, что они вроде хороши, но они не могут себя продавать, потому что, к сожалению, в институтах не учат такому ремеслу, как продажа собственного труда, да. Это очень печально, потому что кто, как не ты, можешь хорошо рассказать о своей работе? Только ты. Ты самый лучший продавец для себя, потому что ты знаешь, как ты это написал, ты знаешь, что ты в это вложил, какие материалы, да, и ты... Даже не всегда дилер может продать хорошо. Дилер может хорошо заработать, да, на вашей работе, но продать вас как художника, чтобы в дальнейшем вас покупали, тут, конечно, только вы сами можете. Поэтому и начинающим, и профессиональным я посоветовала бы покопаться в глубине себя, найти уникальность, которая у вас есть. Это может быть все что угодно. Это могут быть страхи, это могут быть... Пусть меня сейчас не заклеймут, но дефекты какие-то, такое тоже срабатывает. Знаете, бывает, что вот у вас есть какой-то, ну там, вы видите все в черных тонах, да? Не бойтесь, не стесняйтесь. Сейчас таков мир, что мы можем рассказать о своих каких-то недостатках или наоборот плюсах в правильной форме, не чтобы нас пожалели, а... чтобы глубже о нас узнали, понимаете, глубже понимали нас. Поэтому покопайтесь в себе, найдите какие-то интересные истории из своей жизни. Может быть, что-то вас подтолкнуло, может быть, у вас есть, вы в пятом поколении художники, да? Все раскопайте, найдите самое интересное, составьте для себя хорошее резюме, чтобы, когда заходя к вам на страничку, было понятно, каков вы художник, и чтобы было интересно. Составляйте прекрасные ленты в Инстаграме, хорошо работайте в профиле по продажам онлайн-галереях, потому что, еще раз говорю, миллион художников, но уникальных, к сожалению, не так много. Но чтобы стать уникальным, нужно научиться найти в себе уникальность, как тавтология не звучит, но тем не менее так. Изюминку какую-то, которая бы выделяла вас из толпы. И я уверена, у каждого она есть, просто надо не стесняться. Стеснение – это вообще очень плохо для художника, так как художники – это свободные люди все-таки, свободные от рамы, потому что художник может нарисовать природу, которую практически ну, не все могут. Да? Художник может перенести на холст эмоцию, не все это могут. Надо просто поискать в себе и не стесняться, не бояться, потому что самое главное – это страх начинания, страх, что нас критикуют, страх, что нас не поймут, нам надо всем объяснять, что это никому вам ничего не надо объяснять. Вы выставили свою работу, вы ее описали, показали свою конкретную позицию, и поверьте мне, есть кому-то нравится, а кому-то не нравится, это нормально. Бойтесь, для художника самый большой страх – это равнодушие. Когда вы выставляете свою работу, а вам пишут под работой «класс, отлично», это вообще это провал, потому что картина должна задевать, она должна спорить, мы должны спорить, мы должны обсуждать картину. Когда вам пишут сердечко или лайк под картиной, ну это можно сказать, не интерес, понимаете? Сделайте так, чтобы был интерес. Напишите что-нибудь под картиной, скажите, я написала шедевр. Понимаете, какие-то вот такие вот вещи, которые заденут. И люди начнут обсуждать вашу живопись. Это важно. Как корабль назовешь, так он поплывет? Ни в коем случае сухости вот этой. Картина маслом, тюльпаны, все. Ну и дальше, что вы хотите получить в обратную связь? Что? Да, картина тюльпаны. Напишите, что я не знаю там, что такое, что за цель. Напишите, больше никто так не написал. Уверяю вас, вам столько напишут, что вам до шедевра далеко, но это будет обратная связь, понимаете? Не надо на это обижаться. Вы же это знаете. Тут надо быть толстокожим в соцсетях.
Оно придет, толстокожесть придет. Я еще говорю, что есть у меня наработанная тактика управления собственными комментариями и комментаторами. Это работает вообще на все 100%, как я делаю. Если я понимаю, что я написала, ну, можно в эфире сказать это слово «г», но если я понимаю, что это «г», картинка не удалась, но мне ее надо показать, потому что, во-первых, это мой труд, это моя работа, это мой контент. Я должна что-то показывать, правильно? Плохо или хорошо? Я не люблю, когда только хорошее все показывают. Это неинтересные вообще аккаунты, неинтересный контент. И надо всегда показывать всю работу свою. И за, и плохую, и хорошую. И вот, когда вы понимаете, что вы сами чувствуете, что вы неправильно что-то нарисовали, или вам не нравится, вы сами себя критикуете внутри, да? Вы выставляете эту работу и пишете. Вот, написала, что-то мне не нравится попа на этой картине, как-то она неправильно легла, у меня такое было, знаете, я знала, что картина не очень, и я прям так и пишу, что вот тут косяки. Это была первая картина, которая получила все 150 комментариев, какая отличная попа у вас вышла. Поругайте себя в сети, покритикуйте себя в сети, и вы получите обратную связь, совершенно обратную тому, что вы написали. Вы обязательно получите. Люди очень любят жалеть. Люди очень любят сопереживать. Они очень хотят вас подбодрить, понимаете? Вот когда вы будете писать, что это шедевр, хотя он не является, тогда вас начнут за шедевр лупить, да? Но когда вы напишете, что вот это вот не вышло, вас обязательно будут хвалить. Поэтому если вы переживаете, плохо или хорошо, лучше напишите, что это плохо. И вам сразу скажут, что это хорошо. Главное – искренность. Вообще, естественно. В том случае не надо быть тем, кем вы не являетесь. Это самое. Люди всегда через какое-то время поймут, что... Лучше быть тем, кем вы есть. Вот и все. Ничего нового мы не придумали и не сказали. Главное, что делайте свое дело. Плохо, хорошо покажет время. Вот и все. Это точно. Лена, спасибо хорошо. Большое за то, что согласилась поделиться с нами такой полезной, интересной информацией своим жизненным путем. Это очень вдохновляет всех, особенно тех, кто начинающий или кто вот стесняется то, о чем ты сегодня говорила, да, какие-то комплексы, стеснения. Ты очень много всего такого раскрепощающего сегодня сказала для меня и для всех участников. Тебе огромная благодарность. Желаю успехов творческих, продвижений, здоровья, развития, благополучия. Спасибо вам, что пригласили. У меня, кстати, очень много друзей. Вы в Черновцах живете? Да. Между Италии, здесь в Италии. Очень много друзей из Черновцов. Вау, круто. Ну, в Черновцах, да. Там, наверное, наших много. Ну, действительно, у нас тут очень много именно вот с вашего региона. Так что, когда я услышала «Черновцы», думаю, что-то знакомое вспомнила. Передавайте всем привет из Черновцов от меня лично и вообще всей Италии, которую я просто безумно люблю, которая в моем сердце. Передавайте ей прямо привет, поклон от меня. Ну, вам желаю тоже продвижения и, самое главное, не останавливаться никогда на достигнутом и не думать, что все, я достиг чего-то. Всегда придумывайте новые цели, задачи и ставьте себе какие-то невообразимые преграды. Например, выставка в Нью-Йорке. Казалось бы, да, это как в космос полетит. Ничего невозможного нет. Есть. Поедете в Нью-Йорк и сделайте выставку. Главное, конкретно, четко поставить себе цель и никогда не оглядываться. Нет, я не слишком хорош. Вы хорош для своего времени, вы хорош для себя, вы хорош для того, что вы делаете. Вот и все. С этим и вперед. Да. Еще есть такое хорошее выражение в эту тему, что нет ничего невозможного. На невозможное просто надо больше времени. Все верно.
Все верно. Знаете, я считаю, что наше время – это самый такой основной ресурс, который у нас у людей есть и который надо использовать по максимуму. Потому что не надо дожидаться лучших материалов, лучшего места для рисования. Да? Вот это вот, когда многие… Вот я сейчас куплю себе дорогой мольберт, куплю себе дорогие красочки, куплю себе дорогой холст и нарисую шедевр. Нет. Вы сейчас попробуйте нарисовать обычным карандашом, затем возьмете у детей краски акварельные, которые, боже мой, там с пальчиком порисуете. И если вы поймете, что вы этим можете рисовать, значит, вы сможете нарисовать и другими материалами. Просто надо понимать, что все, дом строится с фундамента. Все начинается с малого и приходит к великому только тогда, когда вы постепенно достигаете. Вот и все. Желаю всем понять эту истину и двигаться, и не бояться. Никому ничего не должны. Это ваша жизнь, и не надо оглядываться. И вы знаете, во мне очень много комплексов. Я вообще, вот перед вами сидит человек, который комплексом по жизни. Я всегда думала, что обо мне подумают, кто как мне скажет. Когда я начала вести YouTube-канал, я полгода не могла выставить свои видео в соцсеть, потому что мне казалось, знаете, какая больная проблема была? Я думала, что моя какая-то одноклассница, которую я 20 лет не видела, не слышала, увидит меня в соцсетях и скажет: «Хелен Ши, да мамочки, это наша Лена-то стала и блогером, будет меня осмеивать». А потом такая сижу и думаю: «Ну я же это не узнаю». Что она там обо мне скажет, понимаете? А если и узнаете, то что с того? Вот, опять же, я же тоже ничего не могу, ну, как бы, меня это не должно касать. И вот после этого я стала вести YouTube. Это переборение моих страхов, вот этих вот оглядок, что обо мне скажет сосед, соседка, бывший там одноклассник и так далее. Это все надо перебороть и выставлять свои работы, и понимать, что... Критика приходит с известностью, к счастью или к сожалению. Но вас начинают критиковать, когда вы становитесь более узнаваемым. Вот и все. Да, 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 это точно. Когда и никому вот. Нет дела, когда никому не... Если не критикуют, значит, это плохо. Значит, ты никому не интересен. Хороший критерий, когда больше критики, значит, ты на правильном пути. Да, значит, вы не цепляете. Если вас не критикуют, значит, вы не цепляете. То, что вам делают какие-то замечания или хотят сделать как лучше, ну, это просто им так кажется. Вы творец своей жизни, вы понимаете, подходит вам эта критика или не подходит. Отсеивайте это и все. Вот и все. Так что не бойтесь. Да. У вас шанса не будет. А у нас, кстати, тоже тепло. Могу быстренько показать и будем прощаться. Давайте, покажите мне Италию, пожалуйста. О, Боже, как я хочу туда. Это вот у меня, видите? Горы там видно? Видно, видно. Ах, какая красота. Это у меня третий этаж. Вот, кстати, картина Адриатика. А вот эта картина, последняя, показываю. Рим, который продался принт. Здорово. Вот так вот. Ну что, будем прощаться. Да, да. Елена, спасибо большое вам. Спасибо всем друзьям, подписчикам, кто смотрел и активничал. Всем творческих успехов, здоровья и всех благ. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.